Новая приватизация, которую проталкивают с завидным усердием, обрастает подробностями. Теперь речь ведется о так называемых малой и большой приватизациях. Об этом накануне рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Известиям». По его словам, для осуществления малой приватизации к концу года будет создан некий marketplace, в котором будут размещены государственные объекты, которые можно будет приобрести как юридическим, так и физическим лицам. В случае нескольких претендентов на один объект планируется проведение аукционов. Росимущество подготовит единый реестр таких объектов, и все это благодаря усиливающейся цифровизации. Что касается большой распродажи, то точных сроков ее проведения нет. Президентам пока поставлена задача по формированию внутреннего розничного инвестиционного рынка, то есть власти намерены, по всей видимости, продать все бесхозное, что кому приглянется. И вроде бы в 90-е уже провели одну такую приватизацию. Теперь говорят, что все будет честно, но с какой целью распродавать активы, которые можно пустить в оборот, и ежегодно получать поступления в бюджет было бы желание? Хотят сформировать прослойку новых инвесторов? А не окажутся ли среди них, например, одни китайцы, которые после приобретения объекта сдадут все в металлолом и наладят поставки своей продукции, тем самым расчищая поле от конкуренции? Своим мнением о ситуации с накануне поделился депутат Государственной Думы, экономист Михаил Делягин. Алексей Моисеев считает, что объекты не должны находиться без дела. И если кому-то нужен такой объект, то его нужно продавать. О, классно. То есть, вот скажем, если мне сейчас Кремль понадобился, то его нужно продавать мне? Но если мне понадобился? Если кому-то понадобился какой-то объект, как вы цитируете Моисеева, если, конечно, правильно, то, значит, по их мнению, этот объект нужно продавать. Вот мне понадобился Кремль, а кому-нибудь еще понадобится хранилище радиоактивных отходов. Значит, надо продавать, правильно я понимаю? Интересный очень подход. А мне, а кому-нибудь еще захочется купить самого господина, ну, не самого господина Моисеева, скажем, кабинет, в котором он сейчас сидит. Ну, понадобится острый этот кабинет. Тоже надо продавать, потому что такая потребность появилась там у кого-то где-то. Очень интересный подход. И почему сразу продавать? Ну, вероятно, кому-то хочется украсть. Ведь мы знаем, что такое приватизация. Это воровство. Все разговоры о том, что приватизация обязательно идет к повышению эффективности управления. Это бред собачий. У нас вся страна покрыта руинами приватизированных предприятий, которые приватизировали для того, чтобы продать оборудование на металлолом. А с другой стороны, среди самых эффективных предприятий страны государство, начиная от Сбербанка, Роснефть и так далее. То есть все разговоры о том, что приватизация где обязательно повышает эффективность, а это вообще не про что. С другой стороны, говорят, вот Костин говорит, вот бюджету нужно реализовать инфраструктурные проекты, вот для этого нужно провести приватизацию. Но, простите, пожалуйста, во-первых, это точно не малая приватизация, а приватизация всего в стиле 90-х. Во-вторых, в федеральном бюджете деньги есть, более 11 триллионов рублей валяется только в фонде национального благосостояния без движения. И неликвидных там только 3 миллиарда, которые подарили Януковичу под видом кредита. А еще деньги лежат на счетах бюджета, на бюджетных депозитах. Так что если кому-то хочется развивать страну, денег не хватает, так возьмите и развивайте, у вас деньги в карманах лежат. А, кроме того, как только станет известно, что объект приватизируется для того, потому что там кому-то на что-то не хватает денег, то приватизировать его по нормальной цене будет невозможно. Это будет грабеж. И, кстати, нормальная цена. А какая нормальная цена может быть на активы, которые расположены в стране, которая находится под санкциями, которая ведет боевые действия? Эта цена будет нормальная, она будет сильно занижена. Я думаю, что она будет сильно занижена по объективным причинам. При этом будет создан некий маркетплейс, через который можно будет приобрести то, что нужно. Тут, вероятно, тоже есть какие-то подводные камни. Подождите. Что такое маркетплейс? Маркетплейс, да, мы знаем, что это такое. Это Озон. Это Wildberries. Это место, которое сводит покупателей и продавцов. Много продавцов, много покупателей. Да? А если продавец один, государство, то, простите, это не маркетплейс. Это электронная доска объявлений, которую мы помним по 90-м годам. Может быть, назвать это электронной биржей, как-то еще. Они там в Министерстве финансов вообще смысл слов знают, нет, которыми они оперируют? Или у них цифровизация полностью
так сказать, лишило их потребности понимать слова, которые они произносят. Marketplace – это рыночное место. Есть много, которое объединяет большое количество продавцов и большое количество покупателей, убирая всех посредников. Каких посредников собирается убирать господин Моисеев? Генеральную прокуратуру? Действующее законодательство с этого он собирается убрать? Какие посредники вообще в процессе приватизации существуют? Дальше. Дальше. Один продавец государства. Да? С какой откуда возьмется много продавцов? А Marketplace – это много продавцов. Да? То есть это электронная доска объявлений, которая просто названа очередным именем. Если там кто-то с кем-то сталкивается, ну, значит, тогда окей, тогда, значит, будет аукцион. А если, простите, она будет организована так, что будет узнавать только одно заинтересованное лицо в этом. Знаете, мелочь продавать, безусловно, нужно. Если у кого-то где-то у государства находится в доле 25% ООО «Рога и копыта», такое бывает, то от этого, конечно, надо избавиться. С очень простой формулировкой, что государство этим управлять не будет, не может. Мелочь – это незначимо. Но это касается, как я понимаю, того, что называется малой приватизацией, которая просто для того, чтобы, ну, дать что-то бизнесу малому, среднему, что ему не хватает. Здесь возражений особых нет. Хотя нужно тоже смотреть, а то у нас какой-нибудь порт запихнут под эту категорию и продадут маленькой ИП-шечке с оборотом несколько миллиардов рублей. А с другой стороны, большая-то приватизация здесь при чем? А про большую приватизацию Моисеев говорит, что сроки пока не определены. Не, сроки ладно. Сроки Владимир Владимирович вам скажет сроки. А смысл? Цель? Как бы содержательный смысл большой приватизации в чем? Мы хотим передать активы, которые не удалось впихнуть Западу, мы собираемся Китаю их продать? Так давайте с Кремля начнем. Китайцы ценят российскую историю, в отличие от многих российских чиновников. Давайте с Кремля начнем. Китайцы точно мавзолей Ленина на 9 мая драпировать не будут. Чем плохо? У них нет задачи просто раздавать побыстрее. Поставлена задача формирования внутреннего розничного инвестиционного рынка. Как оценить такие заявления? Подождите. Розничный инвестиционный рынок? А при чем здесь большая приватизация? В чем смысл большой приватизации? Вот, нам президент сказал, мы не можем объяснить его действия, так это дискредитация президента. Но я понимаю, что это основное занятие российских чиновников последние четверть века. А то и больше. Оно может что-нибудь новенькое придумать? Может быть, вообще начнут распиливать более крупные компании на мелкие? Такое возможно? Юридически никаких проблем нет. Но если это государственная компания, то, конечно, нужно согласие государства. Я думаю, что такие товарищи, как Моисеев, дадут свое согласие на все необходимое для приватизаторов. Но самое главное не в этом. А зачем проводить крупную приватизацию? Вот смысл этой процедуры. Мы имеем государственные на уровне крупных корпораций разница между частным бизнесом и государственным в том, что государственный бизнес, государственная корпорация в силу специфики своей, она может заниматься стратегическим планированием в условиях неопределенности. Например, Роснефть. Если компания частная, она этим заниматься не может, потому что она вынуждена ублажать акционеров каждую минуту. Значит, тот менеджер заменит. Например, какой-нибудь Шеврон, который во время снижения мировых цен на нефть брал кредиты на выплаты депозитов. Это более самоедская модель, чем можно было себе вообразить в худшие советские годы. Естественно, есть и плохие государственные компании. Да, мы все судим о высочайшей эффективности «Газпрома», например, уже долгие годы. Но есть и хорошие частные компании. На уровне крупных корпораций разница в эффективности менеджмента отсутствует. И госкомпания, в общем-то, находится в преимуществе. Так эффективность у них в целом более высокая. Так простите, пожалуйста, зачем проводить крупную приватизацию? Нет, если там у кого-то четверть торгового ларька до сих пор осталась в госсобственности, понятно, что государство не должно этим заниматься. Но если у кого-то где-то осталось в собственности четверть троллейбусного парка или автобусного парка, то избавляться от этого преступление, потому что это разрушение социальной инфраструктуры города, как мы хорошо все знаем, многократно проходили за последние 36 лет национального предательства по всей стране.
Вот, понимаете, когда замминистра финансов говорит, мы будем проводить большую приватизацию, а на вопрос, почему, не бей, не менее кукареку, а нам президент сказал что-то в этом духе, подо что можно большую приватизацию подверстать, так давайте посмотрим, нет ли у товарища замка в Италии, нет ли у товарища каких-то особых интересов, противоречащих интересам Российской Федерации. Хотя, о чем я говорю, у нас скоро за защиту интересов России будут под суд отдавать за недостаточно восторженный образ мысли. А может, и сразу в тюрьму без суда, бог его знает. Что там этим одичалым в голову придет? Им пилить страну надо опять. Можно ли примерно оценить, сколько бюджет получит от этих малой и большой приватизации? Ну, сколько в прошлый раз получил? Вам как? В рублях или в фигах? Или в миллиардах рублей убытка? Потому что когда предприятие приватизируют для того, чтобы его закрыть, чтобы расчистить место для иностранных конкурентов, то бюджет это убыточное дело. Потому что иностранные конкуренты потом налоги не платят. Они все уводят в офшоры. А государственную компанию при всей, так сказать, критическом отношении к государственному менеджеру, то офшоры вывести сложно. Хотя, бог его знает, может быть, у некоторых вроде Грефа и получается это проверять надо. Что получит он убытки от приватизации. Как в 90-е годы он убытки получал от приватизации, так и сейчас получит. Если вас ограбить, у вас денег будет насколько от этого больше? Вот в чем заключается вопрос о том, сколько денег в бюджет принесет приватизация. Но если вас ограбить, сколько вам денег это принесет? Наверное, очень и очень много. И господин Моисеев обоснует, что если вас ограбить, то вы получите очень много денег от этой процедуры. Ну, а потом поедет куда-нибудь к Чубайсу или к Мау. Но ведь, наверное, можно получать длительное поступление в бюджет именно от национализации, хотя многие и утверждают, что госпредприятия убыточны. Это Роснефть убыточна? Это Сбербанк, простите меня, ну, правда, Роснефть там доля государства немножечко снизилась. Это Сбербанк у нас убыточен, у которого там больше, по-моему, две трети прибыли всего банковского сектора на него приходится, а то и больше. Это как это Сбербанк у нас убыточный? Расскажите это Грефу. Ну что за бред? Что за бред из 90-х годов? Да, если вы хотите, чтобы Россия развивалась, нужно проводить национализацию. Если вы хотите, чтобы Россию грабили и уничтожали, нужно проводить приватизацию. Вот и разница подходов. Все очень просто. Люди, которые, если люди всерьез говорят о приватизации, остаются на своих должностях, значит, не просто политика 90-х реализуется в рамках социально-экономических мер, но и стратегия 90-х реализуется. Значит, ни о каких интересах общества всерьез, ну, в экономической сфере говорить не стоит. Я думаю, что товарищ Моисеев еще заработает очень много денег, ну, естественно, в виде премий официальных. Ну и потом уедет куда-нибудь на хозяйство на свое. Ну, не на историческую, конечно, но в ту страну, которую он будет считать своей родиной. Как это было с Мао, как это было с Чубайсом. Как там Чубайс про патриотизм размовлял, бог ты мой. Моисеева далеко, но, я думаю, скоро научится. Подписывайтесь на YouTube-канал «Накануне» и следите за новостями в нашем Telegram-канале. Все ссылки в описании.